сегодня у нас большое событие. Проводим эксперимент. Кинотеатр в цирке. Вот наш красавец цирк. Можно посмотреть. Этому зданию уже много лет. 63-го года рождения. Но плюс у него еще есть большое достоинство. Он у нас обновлен буквально в прошлом году, в 15-м году. В декабре месяце, 30 декабря, было открытие тульского цирка после реконструкции. Предлагаю подойти поближе и посмотреть его достопримечательности. Ну вот чисто внешне он стал очень красивый, особенно очень красив вечером, потому что здесь поставлена цветомузыка, и вот он переливается разными огнями, тем более все здание сразу. Там красный, желтый, голубой, но очень красиво, просто я иногда выхожу вечером, просто чтобы полюбоваться зданием со стороны. Ну и теперь будем заходить внутрь, посмотрим, что у нас там внутри происходит. Сейчас мы подходим прямо к центральному проходу и увидим кассовый зал. Кассовый зал остался у нас тем же, там фактически почти не прикасалась ремонтная рука. А вот дальше будет интересно, когда в фойе будем ходить. На этом пока все. Вот здесь обновились, только сделали тульский государственный цирк, стены покрасили. Ну а вот наши мраморные стены, они остались те же самые. Сейчас посмотрим, какой у нас дверь. Углицы каких размеров. Сейчас идет фильм. Попозже посмотрим. А это наш директор. Представляю, Сергей Анатольевич. Исполняющий обязанности директора. Исполняющий обязанности директора Сергей Анатольевич Галактеев. Очень хороший человек, хороший специалист, и еще к тому же является у нас главным инженером тульского цирка.